Всем привет, дамы и господа, с вами Рафа, и сегодня у нас будет распаковка наушников Logitech G Pro X. Давайте начнем. Купил их в DNS за 8200 рублей. Там они стоят 11700 на сайте. Ну, то есть видно, да? Скидка нифиговая такое. И чтобы вы понимали, это примерно как с видеокартами, наверное. То есть вот смотрите, там был ценник. Ценник был, скорее всего, 8200. Сейчас они стоят 11700. Поэтому по такой вкусной цене урвать, мне кажется, ну это просто счастье какое-то. Они были единственные в DNS. Неуцененные, все с ними в порядке. Почему такая цена, я не понимаю. Я их только купил. Сейчас мы на них посмотрим. Идут они вот в такой вот черной коробке. Здесь у нас надпись Pro X, Logitech, Blue Voice. Мало кто знает, но Blue Yeti микрофоны от фирмы Logitech. То есть, когда я про это узнал, я немного офигел. Вот, идут они в такой черной упаковке. Здесь у нас есть логотипы команд. G2, это я не знаю, что такое, Origin, тоже не знаю, Navi, тоже не знаю, эти команды я не знаю. То есть Origin, потому что здесь так написано, команд, ребят, я как бы по КС-очке, поэтому G2 и Navi я знаю, вот этих я не знаю, окей. Так, здесь у нас показана комплектация, которая идет с наушниками G Pro. Здесь у нас, так вот, таким крутым дизайнерским методом, нанесены характеристики и написано play to win. Кайф. Так, ну что, давайте аккуратненько распакуем. Хоть и коробка, видите, немножечко помята. То есть DNS вечно рвут мои коробки. И поэтому в нормальном состоянии от DNS я редко когда коробки получаю. Хоть одна мятина-то будет. Хотя я к своим коробкам как бы отношусь очень аккуратно всегда. И после меня покупать что-то просто одно удовольствие. Потому что все в первозданном виде. Здесь такое вот, кстати, удобно сделано. То, что можно просто так пальчиком, оп, и открыли. Так, я не знаю, что там. Я не смотрел ни одного обзора на G Pro. И сейчас я просто буду открывать и кайфовать вместе с вами. Ну, надеюсь, что кайфовать. А, пока не кайфанул. Ладно, я думал, тут какая-то надпись будет. Типа, play to win, там, не знаю, там, вы лучше, еще как-то. Кстати, тут тоже как это, чтобы потянуть, я понял. Нифига себе. Так, тут у нас пусто, ничего нет. Значит, вот у нас идет такая коробочка. Здесь у нас написано Pro. Это переходник. Как его отсюда извлечь, непонятно. Ну, скорее всего. Так, да. Просто вот так вот тут у нас. Йоу, ребят, не слушайте этого глупца. На самом деле это внешняя аудиокарта. Но на протяжении всего видео я как последний дурак буду говорить, что это переходник. Вот так вот. Такой вот переходник, кстати, он качественный на ощупь, то есть приятный пластик. Здесь у нас Logitech логотип, USB-порт, надпись Pro и, соответственно, разъем 3.5, чтобы подключить данные наушники. И тут написано Pro X DAC или DAC, как правильно. Вот, окей, переходник. Так, что, как тут еще извлекать? Вижу какой-то документат, что ли, что это такое? Logitech.com. Keep playing. Такая вот надпись. Благодарим вас, что выбрали игровое снаряжение Logitech. Смотрите, здесь тут вот держит у нас, получается, переходник. Такой хлястик, или как это называется. Здесь вот у нас держат сами наушники. Прикольно. Так, наверное, можем их... Офигеть. Они, ну, они потяжелее моих, то есть у меня G500 и даже не 501. То есть вот с каким оборудованием я играю, так скажем. Вау, это просто что это? О, вы посмотрите, о май гад, писец, это просто в жизни это произведение искусства, я просто в шоке, я их никогда ни на ком, ни у кого не видел, и о, какой кайф, ладно. Ребят, если вы думаете, что это все наиграно, то спешу вас огорчить. Я реально в жизни эти наушники не видел. Я видел их на стримерах и на проигроках в КС-очке. Сам я эти наушники в своем селе ни у кого не видел. И как же круто они выглядят. Окей. Так, все эмоции потом, пока не предвзято, так знаете, типа... Ну чё, ну наушники, ну ладно. Смотрите, здесь лого Logitech на прям...
на картоне. Так, как нам дальше-то пробраться? Ага, то есть тут просто открывается вот так. Прикольно сделано. И смотрите, как классно упакованы амбушюры в таком пакетике. Левая, правая, сменная амбушюра. Но не запаяны. В принципе, я открывать их не буду. Как бы зачем? Здесь, по сути, те же самые. Просто вот эти как-то тканевые, а эти кожаные. Я люблю кожаные амбушюры, поэтому смысла нет их менять. Вот и опять-таки говорю, то, что после меня покупать что-то, это одно удовольствие. У меня вот это вот будет лежать вообще. То есть человек купит после меня, когда их обязательно продам. Когда выйдут какие-нибудь следующие классные наушники или беспроводные wireless, возьму те же самые Logitech. И все, он просто кайфанет от этого. Потому что он получит те же самые эмоции распаковки, что и я. Будь то даже iPhone, у меня AirPods запечатанные лежат, плюс наушники, как это, наклейки. Так, что у нас здесь? Такая вот штучка. Ну, похоже, что тут документация. Я думал, это похоже очень на коврик, но на самом деле... В общем, здесь у нас... Так, отодвинем. Вот такой вот чехольчик с лого Logitech. Качественно сделан, с одной стороны. И тут вот так вот закрывается. Запах... Запах приятный, у меня так планшет пах, когда я его распаковал, как ни странно. То есть у меня был планшет китайский года, наверное, 4-5 назад, может 6. И вот он пах почему-то так же, как вот этот чехол, я не понимаю. Так, что у нас внутри? Так, значит, здесь у нас переходник с 3.5 на разветвитель, то есть наушники и микрофон. Такой, знаете, типа как, ой, Дед Мороз достает подарки, что ж там внутри, что ж там внутри? Так, это уже получается, опа. Это для телефона и для наушников, то есть с подключенной как бы гарнитурой. То есть это для мобильного гейминга, скорее всего. И кнопочка принятия звонка имеется. Ладно. Так, капец, что? Вы посмотрите. Вот это, скорее всего, я буду использовать на повседневе. То есть... Так. Блин, жесть. Посмотрите на эту красоту. Значит, смотрим, что здесь. Во-первых, есть клипса. Мы можем закрепить где-то. Дальше регулировка громкости. Причем это очень с качеством пластика сделано. Прорезиненный такой провод, это классно. И тут у нас идет один, получается, на вот этот вот переходник. И один идет на наушники. И идет микрофон. Так, давайте мы его достанем. Классный микрофон. Двигается. То есть можно подстраивать под себя. Но я не буду его использовать, потому что я... В КС-ке или еще где-то использую свой микрофон, на который я видосы записываю. То есть, не знаю. Ну, возможно, буду, посмотрим. Так, и в принципе там все, то есть пусто. Ладно, то есть чехольчик, переходник. У нас такие кабеля. Я понимаю, что мы за это все платим. И, ну, это реально вот профессионализм, ребят. То есть вы за это все, конечно, вот за эту кипу переплачиваете. И использовать, скорее всего, не будете кипу проводов. Возможно, просто вот я вот эти буду использовать, у меня будут лежать без надобности. Ну и ладно, я за это заплатил и скидку даже получил. Классно, вкусно, окей. Туда же я положу эти амбушюры и сделаю вот так. Все, мешочек, как бы, до свидания. Так, что у нас там есть еще? Я вообще ожидал, что будут наклейки. Камон, наклеек нет, что ли? Что, зачем? Зачем я покупал? Я хотел наклейки. Так. Тут составная коробка, то есть... По факту... Стоп, еще, по-моему, что-то есть, нет? Нет. То есть все. Здесь у нас ничего нет. Можно убирать. Что у нас здесь? Так. Setup guide. И... Может, вот здесь будут наклейки, нет? Нет, здесь не будет наклеек. Нет наклеек. Logitech, вы чего? Так. В общем, здесь документация. Давайте посмотрим setup guide. Вот, собственно, сам комплект показан здесь. Отчетливо видно. Блин, давайте вообще по наушникам тактильно посмотрим, это просто кайф. Единственный момент, то, что они вот так вот вывели провода, я когда увидел это, я такой, типа, чего, блин. Может, они в жизни, конечно, ой, на камере не так смотрится, но в жизни это просто пушечка. Так, как они тут металлические, вы только посмотрите, ёлы-палы. Просто я все время, у меня не было таких профессиональных, так скажем, устройств. Я сижу на... Я показывал G500, до этого у меня просто были китайские уши, и, блин, максимум кайф, который я испытывал, это от своих AirPods'ов. Но это просто бах, это взрыв мозга, это такие наушнички кайфовые, ой, кайф.
Ладно, ребят, на этом мы закончим. Тут, кстати, надпись прошечка, так вот. Угу. С вами был я, Рафа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Если хотите тест данных наушников, давайте будем набирать лайки, будем писать комментарии, что да, хотим, и просто будем кайфовать. Все, ребят, давайте. Всем пока.